подозреваю, что дубовый, но может быть и кедровый. А вот это веник уже свежий, скрита. И вот я его нарезал, плюс, смотрите, кто-то осваивал новые ущелья, и внутри у нас Розмарин и тимьян. Это что-то зарёк. Одесса же действительно жемчужин умер. Ты, по-моему, бывала в Одессе? У нас Е4, блин. Не пробрались вокруг буреломы. По колено колючки. Скалы. Не говорю о каких-то указателях, вообще тропинки нет никакой. Нет, это, наверное, поставили критские партизаны, чтобы турок запутать. Какая мощь крита. А ну что известно об этом, как его? Я ушел в поход с группой по маршруту номер 7. Ага. А когда они вернутся? Когда они вернутся? Они не вернутся. Что? Как? Почему они не вернутся? В чем дело, Алла Дмитриевна? Алла Дмитриевна, я вас спрашиваю, почему не вернутся? Оценка, ну, крыта. Осваиваю новое ущелье. Но не люблю я ущелье. Лучше плавать. Ну что, друзья, наша прогулка по ущелью закончилась дорогой по асфальту. Машина черт знает где. И черт знает, знаем где, но далеко. 10 километров. Будем голосовать. Подвез несколько. Над пляжем Ретина. Так будем знать. Это не птицы, а рыба пелингас, семейство кефалевых. Этот удивительный крит. Видите, зонд привязан, удерживается римской колонной. Обычный камин. Змея есть. Вот на Крите идет активно сбор орегано, рига нет. Эта рига не поедет в Эстонию. Будет готовиться эстонская национальная каша с ригой. На Крите. Правильно? 2,5. Дизель. 2 евро. Однако. А вино? А сортовое критское вино 1,5 литра всего 3 евро. Я лично здесь недавно. Раньше я руководил другой базой. Оптовой. Ну а теперь меня повысили 2000 метров над уровнем моря. Руковожу этими, как их... как же... Совершенно верно, туристами. Ну, смотрите, как Игорь укатал туристов, даже подметки расплавились. Представляете? Была на Крите. Экскурсовод такой хороший был. Огонь, а не женщина. Адрес написать сразу. Хорошее утро.